Таинственный, чарующий, притягательный спектакль с единым сюжетом, увлекающий в загадочный мир циркового искусства. Вместе с главными героями зрители оказываются в самом сердце пленительного Востока, где живут жуки-скарабеи, воины-скорпионы и восточные красавицы. Новое шоу Королевского цирка с участием титулованных артистов Росгосцирка – уникальный тематический цирковой спектакль, где номера объединяет единый яркий сюжет. За время гастролей «Песчаной сказки» в Рязанском государственном цирке шоу посетили более 15 тысяч зрителей. По невероятно теплым отзывам зрителей можно сказать, что шоу действительно мирового уровня, а количество проданных билетов подтверждает знак качества программ продюсерского центра Кии Эрадзе «Королевский цирк». Я и такого не ожидал. Лучше, чем в Сочи было. Мы уже второй раз. Представление, да. Да. Вообще, первый раз мы в Сочи смотрели. Лошади. Вообще не представляю, как такие животные бывают на земле. Вообще, очень понравилось. Очень все нравится. Всегда мастерство артистов потрясает. Это, наверное, вот одна из таких незабываемых спектаклей, где все сочетается. Мастерство артистов, костюмы, сама постановка спектакля. В общем, мы в полном восторге. Собираемся приходить второй раз, если честно. Уже... То есть третий? Нет, на это же представление, но собираемся приходить второй раз. Уже с другими членами семьи. И папой. Очень красивые костюмы. Последний номер просто шедевральный. Ну и как бы все животные ухоженные, все-все очень красиво. Мне пока понравилось. Я блюды. Хорошие еще животные, лошади. Ухоженные очень. Еще лошади. И артисты высокого уровня. И джин. На манеже величественно проплывают корабли пустыни, верблюды. Обезьяны ловко исполняют трюковые номера, а под куполом, будто на крыльях, парят воздушные гимнасты. Все представление – это настоящий спектакль из нескольких десятков номеров. Каждый продуман до мелочей. Поэтому после выступлений зрители еще долго не отпускают артистов. Аплодируют стоя по несколько минут. Изюминка грандиозного шоу Кии Эрадзе – единственный во всем мире аттракцион с тремя гиппопотамами. Полуторатонные африканские бегемоты исполняют зрелищные трюки под руководством народного артиста России Тофика Ахундова и его жены Людмилы. Современное прочтение «Волшебной лампы Аладдина» нашим одним из лучших режиссеров современности, не побоюсь этого слова, моим другом Кии Эрадзе. Это, я еще раз повторюсь, одна из лучших программ Росгосцирка. Самым юным зрителям, конечно, запомнился номер под руководством Екатерины Запашной с белоснежными самоедскими лайками и пятнистыми далматинцами. Рязанцам посчастливилось первыми увидеть уникальный номер заслуженного артиста России Юрия Володченкова «Цыганская страсть», к которому артисты готовились больше 2 лет. По многочисленным просьбам зрителей, увидеть шоу Королевского цирка теперь возможно не только каждые выходные, но и в будние дни. Представление шоу Кии Эрадзе «Песчаная сказка» с участием титулованных артистов Росгосцирка в Рязанском цирке продлится только до 17 июля. Билеты можно приобрести традиционно в кассах цирка, а также онлайн на сайте цирка.